Oh.
Я говорю, иди отсюда. Да никуда я не уйду. Сюда. Фу на вас. Марфа, ударь, считай по губам. Да не ударишь при людях, вон сколько народу. По губам считай, ударю. Прямо аж испугалась, затряслась вся. Ты что, посмотри, у меня шапка на бедре. Где шапка-то? А? Шапка, дай мне шапку. Шапку, дай шапку. А вот теперь бойся. Бойся, надо же такое. А чего ты? Гляди на меня внимательно, да. И не колыхайся, стой ровно. Нормально. Вот когда у меня руки в боки, видишь? Но... мне все равно, на какой бекрин твоя шапка. Ясно? Ну, стыдно. Ой, 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 ой
руки никогда теперь не подниму. А если подниму, руби ее. Руби ее, вот так, нет, вот так руби. Вот. Я вот теперь... Не-не. За это надо выпить. Надо! Нет, я не пью. Я теперь на нее и смотреть не могу. А? Я вообще теперь пить не буду. Я все тебе отдавать. Я не пью. И я не пью. Ты пьешь? Я гоню! О! 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 Ну вот! Зеленые, что же вы наделали? На любовь ответили. Что же вы наделали? На любовь ответили. Да только я на свой авторитет не найду подходящий. Так снимай же свой баян.
или отсюда! Thank you.
Балет. Балет театра «Русская песня», «Живая планета», «Русские сезоны». Культгруппа «После 11». Артист театра «Русская песня» Александр Варнаев. Артист театра и кино Юрий Катаев. Артист театра и кино Иван Заматаев. Артистка театра и кино Наталья Унгар. Заслуженный артист России театра и кино Валерий Еременко. Московский государственный ансамбль «Русская песня». России Надежда Бабкина! Спасибо! Спасибо, дорогие, что находите время прийти к нам в театр. Государственный академический театр «Русской песни». Здесь наши все спектакли идут разные совершенно. И очень драматические, и совсем юморные, где можно от начала до конца только хохотать. И просто с сатирой, и всяко разное в театре, который был создан для эксперимента, потому что мы народный жанр, и с нашим жанром никто не хотел никогда работать. Ну, они все думали, наверное, как, собственно, и большинство, два приклопа, три притопа. И никогда не думали, что народная песня и вообще национальная культура любого народа лежит в основании государства. Это основа нашей страны, многонациональной, многообразной. Сколько там всего, сколько философии интересного про жизнь, про радость, про печаль, про любое настроение. И если этот спектакль драматический, любой, идет с артистами театра и кино, то наша задача коллектива профессионального, который имеет высочайшее музыкальное образование, обязательно сделать так, чтобы мы вошли мелосом в любое настроение, состояние человеческое. И каждый артист государственного коллектива «Русской песни» играет роли. Мы достигли такого уровня, и такой театр в стране у нас один. В единственном экземпляре это мы. Может быть, кто-то когда-то сделает лучше в разы. Я не буду возражать, наоборот, подтвержу. Нет, мы не можем.